Привет, дорогие друзья! Сегодня специально для вас я решила снять видеоблог тема макияжа косметикой The One, косметикой Oriflame, бренд The One. Вот он, тени у нас. Так, тушь, консилер, все, что необходимо для правильного профессионального макияжа. Вот так вот. Так, для начала мы очищаем кожу. Для очищения у нас мицеллярная вода. Начать мой макияж с глаз. Для глаз база. Вот. Тени под брови, шиммерные, белого цвета. Тени берем чуть розового цвета, после. Румяна, но я его решила использовать для глаз, как вместо теней. Так тоже можно делать, кстати. Берем карандаш. Более коричневого цвета на закрываем глазки, наружные глазки, наружные уголки глаза. То есть затеняем наружный уголок глаза. С таким легким фиолетовым оттенком. Айлана. Вот, к нам присоединилась Айлана. Ну-ка, покажи себя. Ее там видно? Вот она. Крем увлажняющий, как база идет она, потом тональный крем. Я взяла два тона тональных крема, один светлый тон, другой темный, чтобы скульптурировать лицо. Консилер на светлые зоны лица. Берем обратно румяна.
кисть, скошенный квадрат. Им делаем легкое румяна. Плюс сразу контуринг по ходу делаем. На нижнюю часть глаз все то самое. Берем светлую кораллового цвета тень. Потемнее берем. Белого цвета тени с шиммерным блеском. Так, на внутренний уголок глаз. Так, карандаш светлый, белый почти. Берем тушь Volume Lash 2XL. Угу. Верхнюю часть ресниц мы наклеили искусственными ресничками, а нижнюю будем красить. И верхнюю тоже по чуть-чуть. Красим брови карандашом. Кстати, вот гель для бровей, они мне очень понравились, они классные, прям хорошо укладывают. Реснички! Бровки, то есть. Кисть и шиммерную светлую белую тень наносим на выпуклую зону. Подходит как и хайлайтер тоже. Вуаля! Вот наша дважды мамаша стала такой легкой красоткой. Вот. Акцент на губах. Легкие тени на глазах. Окей.